ребята, с вами я, Экстревер Шоу. И сегодня, кстати, заметьте, какая у меня прикольная броя. Кстати, вот это приложение, если что, я потом в конце скажу, как скачать такие обои. Погнали! Сегодня я бы хотел поиграть не в стендов, простите, я хочу сейчас скачать игру, потом проверить, ну, как она играется. Сейчас напишем кое-что. Кстати, там, где... так, в общем, ищем. Ну, там, где набралось около 400 просмотров. Кстати, я очень удивляюсь. Коротко о моем вождении. Так стрельнуло. Было только вчера 73 или 74 просмотра. А тут сегодня уже бам! 500 просмотров. Спасибо вам за актив, ребята. Только лайков, конечно, маловато. Лучше бы эти 500 просмотров, лучше бы эти 500 подписчиков и 500 лайков. Да, ребят? И те 400 просмотров тоже бы были бы 400 подписчиков и 400 лайков. Было бы вообще классно. О, открылось. Сейчас будем рубиться, наверное. Да. Так. Отмену мы не нажимаем, потому что нам надо игру скачать эту. Ну, если не улетит, конечно. Просто у меня может пропасть значок. Ну, погнали, что ли. Ты чё так орёшь-то, а? Капец. Первый левел, погнали. Давай чуть-чуть поиграем. Так громко, ну все, погнали. Как тут играть? Не понял нифига, ну да ладно, второй левел. Брейкданс, еще крутишь брейкданс. Что-то непонятная игра, давайте другую. У меня паузы в этом рекордере нет, поэтому простите. Придется все при вас делать. Так. Согласен, одна звезда. Эта игра только достойна одной звезды. Пишем, получается, все легкое. Все легкое. Все легкое. Я хочу сложнее. Вот так вот, ребята, будем. Давайте другую лучше скачаем. Если это будет рау, то мы скачиваем. Давайте. Уже вышло. Давайте скачиваем сейчас и будем рубиться. Не рубиться, я снимаю ролик все же. Ждем. Просто ждем, ребята.
Давайте порубимся чуть-чуть, так сказать. Загрузка что-то какая-то не такая, вы заметили? Что, загрузилась? Вот Россиян. Ой. Классные карты, если честно. Давайте нажмем. Первый уровень. Играть. Так, загрузка. Нажми, чтобы продолжить. Окей. Какие-то мне надо 600 пиццей. Блин, что там машина гудит у меня во дворе? Короче, ребят, видео получилось очень коротким. А, кстати, как я и обещал, туториал, как это, как сделать такие обои. Заходим в Play Market. Пишем. Обои. Among Us. Ищем, какие вам нужны. А я именно скачал вот эти вот. Kiga Games. Вот они. Вот. Устанавливайте. И вот. Вот так вот, вот. Заходим в это приложение, как вы скачали. Такс. Заходим вот сюда, вот тут. Фан-арт давайте. Выбирайте любую. Допустим... Не, ну не фан-арт, конечно. Давайте... Rival Peril. Ну, давайте это вот. Set Wall Peril. Нажимаем. Set Wall Peril. Блин, ха. Почему? Wall Peril. Все получится понравившееся. Гиф почему-то нельзя, ну ладно, давайте другое что-нибудь поищем. Так. Прикольную какую-нибудь давайте. Давайте Dark. Нет, это что-то как-то не так. Ну, отхи. О, давайте это. Home screen.
Лук скрин. И смотрим. А нет, лучше не надо, я боюсь, что... Вот мои обои. Заметили? Сейчас я вам кое-что покажу. Смотрите! Дарк. А нет, не дарк, вот. Вот что, мне кажется. Да. Посмотрите, это что такое? Это что такое? Это что? А они все в телефоне сидят. Все вот тут в телефоне играют, а там труп лежит за оранжевым. Это что такое? Я не понял сейчас. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравился этот. Еще кое-что заметил. Так, сюда вот нажимаем. Вот хер. Смотрите. Смотрите, что я сейчас нашел. Блин. Это вот тоже вот трупик, да? Так она более реалистичной выглядит. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Экстравое Шоу. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. И не забывайте про колокольчик. We'll be right back.